Между тем, в Саратове подвели итоги городского конкурса «Воспитатель года 2015». Награждение прошло в прогимназии «Семицветик». Интрига сохранялась до последнего. В финал вышли 7 воспитателей из дошкольных учреждений всех районов Саратова. На суд жюри они представили занятия с детьми и мастер-класс для коллег. Победителем стала воспитатель детского сада номер 2 «Песенка» Фрунзенского района Юлия Шмырова. Она уверена, что занять первое место ей помогла целеустремленность, а самым трудным было не спать ночами, готовясь к конкурсу. Юлия Анатольевна работает воспитателем более 10 лет, подготовила к школе и выпустила 2 группы дошкольников. Для конкурса «Воспитатель года» подготовила занятие, которое оставило приятное послевкусие не только у членов жюри, но и у детей. У меня познавательно-исследовательская деятельность связана с такой темой, как шоколад. В конце открытого занятия пришел герой шоколадье, который научил детей делать шоколадные конфеты фруктовые. Был шоколадный фонтан, который детям очень понравился.